Всем привет! Сегодня мы с вами будем сеять цветочки на рассаду. Петуния серия Лю по семечку. Каждую секцию обрызгала, закрыла пленочка. А теперь бегонию посадим. Такая бегония у меня была. Так. А теперь готовим земельку для моих росточков, которые у меня стоят уже, наверное, с осени. Уже корешки большие. Насыпаем дренаж вниз. В почву добавляем разрыхлитель. Почва у меня готовая, купная. У меня есть чернозем, но он стоит на летней кухне. Не захотелось мне заморачиваться эти. Можно было бы добавить черноземчик. Но все равно их пересаживать в скором времени, как подрастут. Там немного другая будет почва. А пока так. Это декабрист у меня. Здесь у меня две расцветки. Не помню какие. Сажаю вместе в один горшочек. Подрастут, зацветут. Потом разберемся и разделю. Пока так. Вот посажу в один горшочек. Три росточка у меня. Здесь, по-моему, белый и красный. Пусть растут вместе пока. Добавим немножечко землички сверху. Польем чистой водички. Ничего не добавляю на начальной стадии. Земля хорошая. Там всего достаточно на первое время. Так, а это у нас фикус Бельджамина, да? Вид растения из рода фикус, семейство тутовые, кустарниковые растения. Я никогда не думала, что я дома смогу сама вырастить росточек. Первый раз я попробовала фикус. У меня есть большой стоит кустик. Ну вот решила попробовать. Смотрите, какие корешки хорошие, удачные. Посмотрим, как будет расти. Первый раз я сажаю фикус Бельджамина сама самостоятельно. Подсыпаем сверху тоже земельки. Поливаем и готово. Дренаж. Земелька у нас ход идет. А это растение называется Рео. Вид Тарденсканцевый. Цветет, не знаю, их разновидностей много, но этот цветет беленькими, вот в пазухах листиков, беленькие цветочки. Ее тоже это разновидность этой тарденсканции много. Ну вот мой труд. Глоксиния. Петуния, бегония. Растите, мои растюшки, мои росточки. Все, дорогие мои, до новых встреч. Не забывайте меня, заходите в гости,
Пока-пока!